Этот мост без преувеличения стратегически важен для жителей села Власиха и поселка Лесной. Он обеспечивает транспортное сообщение Павловского района с Барнаулом. Еще недавно мост был в аварийном состоянии. К его реконструкции приступили в октябре 2020-го. Завершить ремонт должны были в августе этого года, однако подрядчик сдал объект на месяц раньше. Состояние моста было такое, что его необходимо было разобрать в ноль и, по сути, построить новый объект. Несмотря на организацию движения, несмотря на то, что реверсное запустили, в пиковые часы нагрузка была приличная, как бы испытывали неудобства люди. Это единственный мост, который связывает, это единственный тот мост, по которому идет такой трафик автомобильного транспорта. И я думаю, учитывая даже то, что возможность пешеходного сейчас трафика через речку, он более безопасный, более комфортный. Строители провели полный демонтаж старого моста, возвели новый объект. Это и новые опоры, балки, дорожная одежда, тротуары, освещение. Стоимость всех работ – 53 миллиона рублей. Неоднократно проезжал в этом месте и по старому мосту, и удалось вот накануне проехать, когда еще ремонт шел, строительство, вернее, нового моста. И сравнение это как небо и земля. Интересно то, что в нем применены новые технологии уже сегодня. Это бесшумность передвижения. Ну, мы видим, что здесь частный сектор, хорошее современное освещение. Добавим, что на все работы представитель подрядной организации дал гарантию 8 лет. А мост это принципиально что это? Ну, наверное, какой-то знак соединения, знак дружбы. Ирина Корчагина, «День с толком».